преддверии дня рождения Деда Мороза на вотчину к зимнему волшебнику приезжают гости. Один из них – известный фэшн-кондитер Ренат Акзамов. Шоколадных дел мастер готовит для Деда Мороза особый подарок – трехметровый торт. А что зимний волшебник подарил Ренату в ответ, смотрите далее. Дорогому Дедушке Морозу. Просто с днем рождения. Я привет, поздравляю с днем рождения. Желаю. Это в зависимости от того, что он мне подарит. Желаю долголетия, здоровья Дедушке Морозу, хотя у него-то здоровья и благополучия. Здравствуй, здравствуй, Ренат. Это тот самый, как жмет крепко. Ох, и рад, это что за силища могучая? Хоть и старые силы во мне волшебные предостаточно. Я хочу задать тебе вопрос, Дедушка Мороз. Когда я был маленький, я сидел перед елочкой на коленках, и мама говорит, загадай Дед Морозу желание. И ты всегда и загадывал сладости. Подарки. А почему ты мне все время пакет с мандаринами клал под елку? Скажи, пожалуйста, Дед Мороз. Так я думаю, что они просто полезнее. То-то я и смотрю. Подрос, это сколько ж мы с тобой не видались-то, а? Дед Мороз. С 81-го года лет так 35. Да, счетная машина прям. Как твой блокнотик-то с рецептами еще существует? Существует. Который тебя учила бабушка. Ты посмотри. Волшебник. На то и волшебник, что про все знать. А первые такие стихи, они до сих пор делаются? Делаются. От всего сердца, с душой. Точно по тому же рецепту, что учила бабушка. Дед Мороз, у тебя прям голос. Мой. Прям такой льется по этому дому. Прям огромный. Как будто в рупор говоришь. Нет, какой точно же рупор? Точно у тебя в бороде не спрятано нет, там микрофончиков? Нет, ничего, нет. Что только не навыдумывает, а? Я живой, я настоящий. Вот это правда. А ты знаешь, я ехал, я все-таки думал, ты какой-то, ну, сказочный персонаж. А мне говорили, ты настоящий. Да, мой родной, а я живой. Верил. А я ж тогда кто? Дай потрогаю да тебя там, борода седая. Эх, вот смотрю я сегодня на тебя, словно не 35, а лет 5. Такой огромный Дед Мороз. Мне такое ощущение, что ты на платформе. Нет, либо на сапогах скорохода. Я ж не девица, красавица. Обалдеть, это какой размер ноги у тебя? Родивых нет снегов непроходимых. Помню, стала хорошей, доброй традицией в начале большого доброго дела держаться за посох и загадывать желание. Давай глазки закрывай. Сейчас чувствую... Пакет мандаринами опять появится. Ну-ка, дай-ка в ручку ему в другую, в сосульки-то волшебные. Давай, давай, давай. Чувствую денежки бумажные. Дед Мороз, ты прямо мысли читаешь. Ну, открывай давай. О-о-о! Это сосульки мои волшебные. Мятная? Морозная. Ну и как в 5 лет, держи. Да что ты, Дедушка Мороз, я надеюсь, сейчас будут настоящие игрушки, как прям я мечтал с самого детства. Где мои... Не волнуйся, давай, не волнуйся. Игрушки, которые там фирменные. Дедушка Мороз! Может быть, там снизу еще что-то вкусненькое? Ренат, Дедушка Мороз! Просто я решил, что когда ты вырос, тебе уже сладостей хватает. Тебе надо мандарины. Дедушка Мороз! А с чего начинаться Новый год, Александр? Все 35 лет ты мне даришь то, что я не хочу. За все 35 лет вперед. Я тебе объявляю своим другом и помощником. Спасибо. А помощнику положено носить что? Мандарины. Нет, жилетку волшебную. Давай, давай, примерить надо. Ну, давай. А как иначе-то? Давай, давай. Дедушка Мороз, ну зачем ты мне опять с мандаринами со своими? Ничего, ничего. Всему свое время. Все. Почувствовал Новый год в пору? Я готов быть твоим помощником. Давай за посох держись. Может быть, заработаю я больше, чем на мандарины? Я боюсь что-то загадывать, Дедушка Мороз. Да не волнуйся. Все равно мандарины. Думаю, дашь. Что у нас все получится. Киевские котлеты. Открывать? Верно. Можно. Ух ты! Вот и сладости. Сладкая бандероль. Это какое-то воспоминание из детских сказок.
я пришел сюда и увидел какую-то загадочную, сказочную историю. И передо мной появился огромный Дедушка Мороз. Во-первых, я не ожидал, что он такой большой, он реально огромный. Я когда был у него в костюмерной, вот такие огромные валенки, огромные костюмы Деда Мороза. И я думал, наверное, это как-то преувеличено, это все. Он реально огромный, он большой, я его обнимаю, я ему где-то вот здесь приблизительно. Сколько он? 2 метра, наверное? Это что за Дедушка Мороз? И голосище. Это очень важно. У Деда Мороза прям голос. Подарок, конечно, Дедушка Мороз. Я ехал ему отомстить. Потому что он ожидал... Он, наверное, от меня тоже тортика ждет. Но я ему также сейчас привезу абхазских мандарин хороших. 2 килограмма. И вместо тортика ему дам. Я в детстве не помню, что я писал, но помню точно не про мандарины. И каждый раз на Новый год, 31 декабря, бой курантов, и все. И нам родители говорят, идите, посмотрите, подарочки лежат, значит, под елкой. Мы с братом подходили, у меня брат на 4 года старше меня, мы подходили к елочке, открывали этот мешочек, а там мандарины. И я вот не помню, плакал я или нет в детстве, но такой у меня был каждый Новый год. Мы приехали действительно делать торт на день рождения Деду Морозу. Я думаю, таких тортов Дедушка Мороз еще не видел. Несмотря на мою легкую детскую внутреннюю обиду по поводу мандарин, я все-таки ему покажу, что спустя 35 лет внучок вырос, внучок повзрослел и сделает ему тортик. Да не простой тортик, а золотой. 3-метровый. Мы начали печь в настоящих русских печах на дровах, на чем Иван лежал, грелся в свое время у печи. Вот на таких же печах мы печем сейчас бисквиты заморские. И получит Дед Мороз настоящий новогодний торт, украшенный шоколадными елочками, шоколадными украшениями. И даже снежки мы будем делать из карамеля.